Строительство Монгольской ГЭС на реке Селенга – один из самых обсуждаемых вопросов за последний год. Впервые о строительстве ГЭС заговорили 4 года назад. Речь шла как минимум о 2 гидроэлектростанциях на самой Селенге и на ее притоке – реке Орхон. Таким образом, монголы планировали решить проблему энергодефицита. Тема вызвала бурную полемику у российских экологов. Все наши попытки предыдущие, из-за того, что энергетики активно не подключались, не очень-то пробуксовывали, так скажем. Поэтому вот это его последний акцент на то, что Россия готова помочь Монголии в решении ее энергетических проблем, ну, ставит как бы плоскость уже решения этой проблемы. В начале октября от имени Всемирного банка, готового профинансировать проект, был объявлен тендер на разработку технико-экономического обоснования ГЭС Шурен и резервуара Орхон. Официальные документы были размещены на сайте банка, и, как отметили экологи, фактически с объяснением этого тендера общественные слушания по строительству ГЭС, назначенные на осень, потеряли всякий смысл. Экологи Бурятии и Иркутской области требовали совместной экологической экспертизы проекта и общественных консультаций, которые сегодня назначены на середину января 2017 года. Вопрос продвигается сложно, тем более, что разговор идет о нескольких электростанциях на разных реках, на разных притоках Селенги и разные источники финансирования. То есть там, где источник финансирования – это Всемирный банк, там все-таки есть надежда, что прислушаются к экологам, потому что у Всемирного банка, у международных этих банковских всех учреждений есть свои экологические принципы. Монголы говорят, воды не будет меньше в Селенге, мы будем отбирать ее во время паводков только. Но сейчас паводков-то нет на Селенге. Сколько они будут наполнять эти водохранилища? По словам Евгения Кислова, строительство электростанции может быть еще и неким отводным маневром, так сказать, чтобы затушевать внимание. Вот вчера я смотрел одни документы, и у меня уже глаз зацепился на то, что помимо водохранилища, дамбы, речь уже идет о водоотводе в Южную Гоби. Но еще больше меня страшит китайский проект по залесению пустыни Гоби. Они уже начали этот процесс на своей территории, потому что Гоби есть и в Китае. Провинции Ганьсу и во внутренней Монголии. Они засаживают лесом Гоби, чтобы не было песчаных бурь в Пекине, в Шаньяне, в Тэнцзяне и в других местах. Представьте, сколько для этого нужно воды. То есть начнется переброска селенгинских вод на юг. Сейчас нам об этом не говорят. Иными словами, эти водохранилища есть первый шаг к осуществлению таких глобальных энергопроектов по улучшению жизни, но, к сожалению, не нашей. Наталья Китаева, Вячеслав Батоев, Первое, Альтернативное.